суток, уважаемые геймеры! В эфире еженедельный видеодайджест Games Planter. Ни для кого не секрет, что сейчас все умы игрового комьюнити заняты только одной игрой. Она называется «Спастись от жары». Для прохождения этого незамысловатого, но довольно сложного квеста все средства хороши от чит-кодов до трейнеров. Надеемся, что в ближайшие месяцы мы с успехом справимся с этим летним хитом и положим его на полку. А пока давайте посмотрим, какой информацией поделится с нами игровая индустрия сегодня. Сегодня в выпуске World of Warcraft. Мы еще поборемся. PlayStation Network за бета-тест и здравия. Modern Warfare и Battlefield 3. У кого больше? Microsoft. Трехмерная стратегия. Call of Duty Expo. А мы не хуже их. Crysis 2. Создавать и строить. Во главе всех новостей этой недели известие из мира World of Warcraft. Самое популярное MMORPG стало доступнее, ведь с триал-версии игры сняты все временные ограничения. Об этом на днях сообщила компания Blizzard. Ранее возможность бесплатно играть имели лишь обладатели гостевых ключей из купленных коробок. Позднее эту опцию сделали более доступной, позволив всем желающим просто зарегистрироваться на сайте. Правда, в этом случае были ограничены возможности торговли и развития персонажа. Да и свободно бороздить земли Азерота было позволено лишь 10 дней с момента активации учетной записи. Теперь же временной лимит снят и все возможности открыты. Так называемый Starter Edition будет даже включать некоторый контент из первого расширения, в том числе две новые расы – эльфы крови и дренеи. Является ли это шагом к free-to-play системе? Возможно. Очевидный, но не оглашаемый отток игроков все же заставляет компанию нервничать, ведь конкуренты совсем близко. Помимо этого, появилась возможность при приобретении классической учетной записи бесплатно активировать первое дополнение – The Burning Crusade. Таким образом, вы можете сэкономить около 200 рублей, если планируете приобретать следующие аддоны. Напомним, что мир Warcraft был запущен в 2004 году, и вот уже почти 8 лет он остается самым популярным онлайновым проектом. Похоже, PlayStation Network полностью оправился от набегов злобных, но харизматичных хакеров и вновь функционирует как и прежде. Недавно даже добавилась поддержка PlayStation Plus для российских игроков. О нормализации работы также говорит начавшийся бета-тест игры Uncharted 3, который доступен для всех обладателей Infamous 2 и подписчиков плюс контента. Об этом на днях сообщалось в официальном блоге PlayStation Network, а продлится сие событие до 14 июля. Игроки смогут опробовать как кооперативные, так и сетевые возможности. Всего представлено 3 мультиплеерные карты и 9 режимов игры. Однако достигнутый в пробной версии прогресс и уровень героя не будут перенесены в финальную версию. Но, возможно, испытатель ожидает что-то вроде ачивментов и маленьких вознаграждений. Тем временем компания Sony официально сообщила о том, что сервис PlayStation Plus празднует свой первый день рождения. В связи с чем, желающие оформить подписку или продлить ее, смогут получить подарки. До 11 июля пользователи получат 3 бонусные месяца за покупку годовой подписки и 1 месяц при оформлении трехмесячной подписки. Увы, но в российской PlayStation Plus подобного предложения нет. Но это и понятно, в нашем регионе сервис работает лишь около месяца. Противостояние двух грядущих хитов будет, похоже, продолжаться до самого релиза. И каждый разработчик сделает акцент, мол, у нас лучше, чем у них. Одно из таких ребяческих заявлений сделал один из основателей Sledgehammer Games, Глен Скофилд. В интервью он заявил, что 60 кадров в секунду – это очень важный момент для разработчиков Modern Warfare 3. И что этой цифры не могут похвастаться их основные конкуренты. Далее цитата: «60 FPS – это наше конкурентное преимущество, от которого мы не можем отказаться».
Дело в том, что еще в апреле исполнительный продюсер DICE Патрик Бах признался, что в консольных версиях Battlefield 3 частота кадров будет составлять только 30 FPS. Одновременно Патрик намекнул на давненько не обновляемые движки некоторых конкурентов и сообщил, что его студия старается идти в ногу со временем, предлагая игрокам более сочную картинку и качественный геймплей. Видимо, именно на эти намеки об устаревшем движке, используемом в Modern Warfare 3, и ответил Скофилд. Он сказал: «Мы серьезно перебрали движок и можем поместить на экране одновременно огромное количество объектов. Мы отлично знаем наши технологии и можем дорабатывать их. Однако не стоит забывать о том, что мы выпускаем на рынок не билд движка, а игру». Тем временем пресс-служба российского представительства Electronic Arts сообщила, что Battlefield 3 поступит в продажу в России 27 октября, а для самых нетерпеливых поклонников в сентябре будет доступен бета-тест мультиплеера. Релиз Modern Warfare 3 запланирован на 8 ноября 2011 года. Пока Sony залечивает сетевые раны, а Nintendo восстанавливает позицию на биржевом рынке, Microsoft тоже не предпринимает атакующих действий, полностью погрузившись в модернизацию своей консоли. Тем не менее, на этой неделе появился слух, что компания планирует показать Xbox следующего поколения во время выставки E3 2012 года. Информатором выступают анонимные источники в самой компании. По полученным сведениям, консоль находится в разработке еще с 2006 года. Конечно, не стоит доверять слухам, но тот факт, что современные HD-консоли доживают последние годы, не вызывает сомнений. Вдобавок ко всему, Microsoft является последней из трех ведущих компаний, кто еще не поддерживает 3D. Вот что сказал по этому поводу пресс-атташе подразделения Xbox Дэвид Деннис. «Сейчас мы хотим понаблюдать за реакцией пользователей, чтобы понять, действительно ли 3D – это то, чего они хотят. Улучшает ли 3D игровой опыт, могут ли пользователи наблюдать 3D-картинку в течение долгого времени, или же они опробуют новую технологию несколько раз и вернутся к обычной двухмерной картинке». На наш взгляд, слова Дэвида – изрядное лукавство. Уже сейчас, за год до анонса новой приставки, сложно поверить, что Microsoft решит отказаться от 3D, в то время как остальные конкуренты давно используют это маркетинговое преимущество. Но поживем – увидим. Поистине сложно найти кого-то более достойного звания самой жадной компании, чем Activision. Глава компании Бобби Котик в глазах игрового сообщества уже давно превратился в Карабаса Барабаса, отбирающего у детей последние деньги, выдаваемые их родителями на завтраки. Событие, анонсированное на этой неделе, лишь укрепляет имидж данной персоны. Call of Duty Expo. Именно так будет называться событие, которое пройдет в сентябре этого года в Лос-Анджелесе. Эвент будет целиком и полностью посвящен самой прибыльной серии игр компании и по масштабу напоминает ежегодный BlizzCon компании Blizzard. Генеральный директор Activision Publishing Эрик Хиршберг заявил, что это отличный новый опыт для фанатов серии Call of Duty. Так чем же будут приманивать юных любителей шутеров? В арсенале можно встретить примерный показ мультиплеера Modern Warfare 3, демонстрацию сервиса Call of Duty Elite, а также турнир по Xbox'у версии Black Ops с призовым фондом в 1 миллион долларов США. По предварительным подсчетам, выставку должны будут посетить не менее 6 тысяч человек. Но создатели надеются даже на больший ажиотаж. В это трудно поверить, ведь билеты, которые поступят в продажу с 19 июля, будут стоить $150. Согласитесь, цена далеко не демократичная. Ну а для тех, кто на выставку попасть не сможет, будут организованы прямые трансляции как на официальных сайтах игр, так и на YouTube. Приятная новость прилетела к нам прямо из официального твиттера компании студии Playdead, где сообщалось, что их эксклюзивный Xbox проект готовится выйти на свет в сетях PlayStation Network и онлайн-сервисе Steam. Конкретные сроки, конечно, не называются, однако нас уверяют, что данное событие произойдет довольно скоро, и хит инди-индустрии явит себя общественности теперь уже в лице мультиплатформы.
И все-таки Twitter – кладезь игровых слухов и анонсов. К слову, буквально на днях с аккаунта известной компании Rockstar Games было отправлено сообщение, которое гласило, что анонс нового DLC для Red Dead Redemption совсем скоро может получить публичную огласку. Достаточно лишь следить за аккаунтом одного из представителей компании, но, как и всегда, детальная информация будет известна лишь в ближайшие недели. На прошлой неделе в мире ПК-гейминга случилось радостное событие. Вышло обновление для Crysis 2. Впрочем, о нем мы уже рассказывали в прошлом выпуске. Теперь пора рассказать про редактор для яростных фанатов и модостроителей. 30 июня на свет появился Sandbox 3 Edition, который позволит игрокам заняться созданием карт, хоть и не на программном, но на достаточно комфортном любительском уровне. Известно, что Crytek активно поддерживает фанатские разработки и всячески поощряет их. Предыдущая версия редактора буквально вдохнула новую жизнь в первую часть, и какие только моды не придумывали. Достаточно посмотреть на воссозданный DeLorean из знаменитой трилогии «Назад в будущее», чтобы понять, насколько велик функционал. Размер нового редактора более чем щадящий, всего 1,5 гигабайта, и он уже сейчас доступен на официальном сайте. Помимо этого, анонсирован портал фанатских поделок CryMod, который на момент выхода этого выпуска должен уже функционировать. С началом летнего сезона, как и в прошлые несколько лет, в сетевом сервисе Xbox Live появляются новые выгодные для игроков предложения. В рамках онлайн-магазина аркадных проектов целых 5 недель подряд сервис будет пополняться интересными продуктами. Такие проекты, как From Dust, Insanely Twisted Shadow Planet, Fruit Ninja Kinect и Two Soldiers Cold War уже доступны для покупки, а при покупке 5 игр еще одну вы получаете совершенно бесплатно. Также не стоит забывать, что еженедельно Microsoft проводит акции, которые сопровождаются 50% скидками. Владельцы золотой подписки, не упустите свой шанс. И как всегда, в завершении выпуска календарь Games Blender подскажет вам, во что поиграть на этой неделе. Из выпуска в выпуск мы стараемся радовать нашу основную аудиторию. Еще один консольный хит выйдет на PC. Персональные компьютеры посетит оригинальная стратегия Toy Soldiers, выпущенная на Xbox 360 в прошлом году. Сетевая забава под нехитрым названием Battlefield Play for Free выйдет из бета-тестирования аккурат в конце месяца. Последняя новинка – забавная аркадная гонка для Nintendo Wii под названием Moto Heroes. Множество ярких уровней и возможность сразиться с товарищем в мультиплеере идет в комплекте. Все 3 новинки должны появиться в один день 30 июня. И на этом все. С вами был еженедельный игровой видеодайджест Games Blender. Ждем ваших комментариев, отзывов и предложений. Помимо этого, напоминаем, что на наши ролики можно подписаться на канале 3D News на YouTube. Оставайтесь с нами, дальше только лучше и интереснее.